Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев провел первую встречу с новым политпредставителем Молдовы Олегом Серебряном. Разговор состоялся по видеосвязи, он был коротким. Обсудили вопросы переговорной повестки. Один из основных – возобновление работы пунктов регистрации транспортных средств. Выдача нейтральных номеров остановилась после того, как Молдова задержала груз с номерами для Приднестровья. Молдавская сторона говорит о том, что это вышло за пределы компетенции таможенной службы, что они будут разбираться и сейчас занимаются этим вопросом. И пока дать ответ окончательно они нам не могут, но понятно, что ни одного аргумента в пользу того, что есть какие-то основания для задержания этого груза, не существует у Кишинева, очевидно. Также понятно, что это нарушает грубым образом наши договоренности и разрушает тот механизм, который мы создавали вместе с международными партнерами, включая ОБСЕ. Поэтому единственный способ разблокировать работу ПРТС и нормализовать ситуацию, хотя бы частично, это возвращение нашего груза заготовок номерных знаков. Молдавская сторона обещала разобраться побыстрее в этом вопросе. Говорили также о задержании грузов экономических агентов и бюрократических барьерах при поставке медикаментов, о недопустимости уголовного преследования приднестровских граждан. Как отметил Виталий Игнатьев, в ближайшее время ожидается приезд спецпредставителя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томаса Майер-Хартинга. Следующая встреча с политпредставителем Молдовы Олегом Серебряном запланирована на начало февраля. Ожидается, что она пройдет вживую и диалог будет более продолжительным и предметным.